сварил две такие вот конструкции. Одна такая вот штука с двумя отверстиями, такой вот штырь сварил, усилил тут как мог. Вот такая другая вот такая конструкция. Тут отверстие, тут штырь, тут отверстие, штырь, отверстие. Ни за что не догадайтесь, для чего это. Короче, вот одна часть крепится здесь, вот таким образом. Вот так вот. А вторая часть крепится вот здесь. Вот таким образом. Это на случай, когда один родитель на работе, а другой не имеет водительских прав. Так, вот таким вот образом они соединяются одной рукой. Снимать, а другой цеплять не очень удобно. Вот, короче, таким образом. Теперь это автопоезд. Самокатопоезд. Получается такая конструкция. Теперь можно ребенка в школу отвезти вдвоем на самокатах. Взять самокат ребенка, прицепить его к своему самокату и поехать домой с таким автопоездом. Вот так вот он работает, крутится. О, даже стоит без подножки, когда повернешь. Ну, конечно, слишком сильные повороты закладывать на нем не получится. Ну так на самокате ты и не заложишь 90 градусов повороты на большой скорости. По-любому.